какой-то огромный сброс. Смотри. Патроны как новые. Ух, они запечатаны, Андрей. Поехали. Подожди, он хочет упасть. Поднимайте, поднимайте. Спутница, подожди. Вот это, да! Стой, стой, что вы так? Резко, а? С патроном, ящик. Вот. Тише. Это доска. А еще должен быть, это не от него. Это не от него. Газаев, иди сюда. Ого. Смотри, какие охрени. И смотри, там пачки. Офигеть. Ты только что мечтал об этом. Ты просто посмотри. Патроны как новые. Вот, смотри, новенькие. Это пока стоит все в пачках. Навьё. Смотри. Еще один достанем. Планочку. Ух ты, красота. Ого себе. Даже я обалдел. И целый ящик на два цинка, вы представляете? Должен быть еще один. Это крышка не от него. Всего. Давай пока закрываем. Ага, отодвигайте. Они досочку, хотя одно не хватает. Ящики с патронами как-то не очень хотят сами всплывать. Я заметил. Мы его не сможем достать, Андрей. Почему? Надо вызвать кого-то. Я думаю. Сам нырну туда. Готов на счет три. Медленно. Не, подожди, стоп. Обратно. Сейчас, подожди, дай мне ноги отдохнут. Давай. Медленно. Тянем. Хочешь? Давай. Я перехожу. Давай, бежай. Давай. Взял. Взял. О! Это как бесов целый. Еще третий, надо помыть. Помойте, а? Охренеть, красота. Аккуратнее, лед. Буковки все видно вообще четко. Давай принесем водичку вот сюда. Или так, да. Что вы мне крутите? Взрыватели, подожди. Взрывает. Не, вот смотри, без. Без обал. 27 килограмм. 27 килограмм. Вот это красота. Ты представь, как он тяжелый, это просто жесть. А, посмотри. Подожди, а сбоку посмотри циферки, отмой там где-то. Как... Тяжелая пуля, образец 30-го года. Сейчас. 39-й год. Желенка. Седьмой месяц 39-го года. Блин, красота. Как вам такая красота? Да, неожиданная находка. И убойная. Как будто мы ее с музея сюда притаранили. Для чего вот эти вот направляющие здесь? Или это просто отвалилось? Слушай, да, под веревки. А, это отвалилось, видишь, такие же болты. Нет, не болты. О! Взял. Стоп. Сюда. А здесь буковок нету. Это значит, это, слушайте, это другой. Это другой? Да. Нет, такой же. Ну я хотел же вас это самое. Обманул? Да. Снимай. Раз, два, три. Смотри, уже потемнело, да, ящик? Ну да. Он с другой стороны. Не матерись, да не понимаю. Оставляем так. Доска, да ничего страшного. Раз, два. Ох. Ёб твою мать. Бежим. А что за херня, почему он так ревет? Давление. Смотри, газа еще. Ага.
И, дорогие зрители, посмотрите на эту красоту. Пахнет порохом. Столько патронов. Понял, про какую доску говорил? Вон, видишь, одной не хватает. Mm-hmm. О, запах пороха, да? Mm-hmm. Так интересно, вот в этой стороне они больше такие прогнившие, а здесь посвежее тряпка будет. Может, отверкой попробовать открутить их? А, они есть прикручены? Отверка. Не гвоздями? Нет, тут сама винты. Надо было шуруповерт взять. Дай отвертку, пожалуйста. Мы всегда с собой шуруповерт берем на этот случай. Чтоб цинки раскручивать. Где? Ать. 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 Ух. Они запечатаны, Андрей. Огонь. И это запечатанные цинки. Такого мы не ожидали увидеть, потому что в других они не такие были, они уже подгнившие были. А это целиковые. Другие битумные. Есть надпись? Конечно. Хотя не факт. Сырые, сырые. Нет, сухие. Вот здесь, мне кажется, они лучше сохранились, чем там. Кто тут завелся, можете мне сказать? Такое ощущение, что там... Что там было? Это... А, это просто прокладка. Ну, это... Гудронная. Гудрон. А что с ним случилось? Не знаю, вспенило его конкретно чем-то. Может, огнем? Хотя не, вряд ли. Может, это такой гудрон специально амортизирующий? Может быть, какая-нибудь там прокладка специальная. Ну, такое не... В других то же самое было. Видишь, они без цинка, похоже. Смотри, подожди, а это получается часть в планках, часть без планок? Не, они все с планками, просто сгнили. Бумажка, наверное. Да, просто часть планок сгнила, а часть планок хорошая. Семьдесят пять лет прошло. Как кончилась война, они до сих пор еще принесите клещи, пожалуйста. Не сгнили. Анбоксинг патронов времен войны. Ладно, вынимай эту картонку. Уже не терпится посмотреть, что внутри. Ну да, вода там все-таки была. Увы. Ничего страшного, нам-то что? Нам-то главное хорошая картинка. Зачем? Может, одну пачку просто достать? Чистая вода. Чистая вода, смотри. Просочилась туда как раз. Видно, тяжелая. На ящике были. Ага. Биметалл. Охренеть. Я в курсе. Их в воду кинули два раза.
В общем, такие патроны, ребята, в этих цинках. Дальше скрывать неохота, смысл от них. С обратно их отправим, так они сгниют быстрее. Больше никому вреда не причинят. Вот их рассадник, походу. Или нет? Как же неаккуратно. Обращайтесь. Давай мне. Какой-то огромный сброс. Смотри, противогаз от противогаза. Трубочка, клапан. Здесь тоже что-то есть. Так что здесь могут и солдаты быть. Как будто вчера с завода пришла. 75 лет прошло. В принципе, знаешь что? Можно в охотничье ружье собирать. Красота тоже. Смертельно опасная. Заев, кнопочка вот эта отгнила, а там сразу начинается иголка. Малейшее прикосновение, и это все... Покажи, покажи. А ты еще и положил их в кучу, чтобы было наверняка все, да? Ну да, чтобы не мучиться. У кого есть аквариум? Вот эта классная штука туда. Мореное дерево. Наклоняешь. Не наклоняй, Магнит. Не наклоняй. Блин. Давай, еще три. Раз, два, три. Подожди. Еще разок. Все, отставим. Вот это да. Опа. Очередной сигнал, небольшенький. Это у нас... О, какой! Отцепляй магнит. Вверх, 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 поднимай просто. Он желтенький весь на отписях. Больше на корабельный похож. Мы такие как-то раз уже не ходили. У нее тут баллистический колпачок должен быть, а взрыватель вот здесь. Так, что-то достаю. Смотри, сразу две. Сколько же их там? Причем это ранние. С ранними взрывателями. Похоже, здесь вот еще сброс. Здесь тоже. Здесь просто вот все звенит. Мне кажется, здесь несколько ящиков. Слушай. Ну да, потому что здесь я разные, ранние и поздние вытаскиваются. Подальше попробуем. Настал вечер, но мы продолжаем вгрызаться в болото. Потому что сигналы не дают уйти. Их все больше и больше. И что? Улетел обратно. Да? Вот это сама крышечка. От этого ящика. Ага. Пап. 37-миллиметровые снаряды для пушки.
Смотри, она открывается. Опа! Будете смеяться. Здесь еще одна неожиданная находка, не связанная с этим ящиком. Да ладно. Что ж там? 76-миллиметровый снаряд. КТМчик. Опачки. Газаич, ты только посмотри. А что это такое? А почему она что, холостая? Почему холостая? Или это 75-ка? Короткая. Точно, короткая. Полковой пушки, наверное. Что здесь черная полоса? Да, полковая пушка. Причем гильза английская. Не, слушай, немецкая гильза. Я же сказал, ты от 75-ки. Гильза Шнайдер, наверное. Сейчас, подожди. Это от 75-ки, он дезер порох. А, подожди, подожди. Вот, смотри, здесь этот воск остался. Она с порохом. Да. Может, конечно, наши их перебили? Не, как ты думаешь? Зундер, что-то там. А может... немецкий написано. Посмотри. Сейчас да, я вдруг потрешь, там будет написано. А что там будет написано? Шнайдер 1915. Да, подуйте, пожалуйста. Ну, смотри, порох с палочками. Ага, о. А почему? Да ну, применяли. А там год не написан на гильзе, я там не видел. Слепой. Будешь? Ничего, порох? Да. Так, немножко в десна обычно втираю. О, как он пахнет. Ой. Можешь похрустеть во рту? Я в десна обычно втираю. Давай. Вот он какой оператор. Этот да. Мудрый голос за кадром. Вот он какой в деле, блядь. Это надо обязательно вставить. Шнайдер. Они сначала снаряды делали, потом розетки стали делать. Шнайдер, да. Они такие не очень. Ну-ка, давай померим. Конечно, 76, она подходит. Не, а это снаряд-то русский, КТМ. Ну мы знаем, мы знаем. Мы уже говорили об этом, но почему гильза здесь такая? Что у нас попался новый сигнальчик? О! Сорокопяточка. Но она применялась только на пушках. В танках это не применялось, гильза. Не шли такие. Тоже не стрельная. Угу. Еще одна 45-ка. Посмотрите, в каком состоянии. Шесть миллиметров в сборе. Еще царская Россия во время Первой мировой. Да? Ну да. Пахнет так маслом. Салом пушечным, наверное. Что за херня такая? Пахнет складами. Конечно.
Помоги, Андрюха, быстрее. Да хватай его. Хватился ты. Еще одна. Еще одна. Ты еще завалить сапогами держать. Да, мне кажется, капец какой-то. Я это воспринимаю. Еще один 76. Посмотри, такой же. Состояние тоже хорошее. Шашка тротиловая. Стандартная шашка. Вы СНП? Кстати, быстро переводи камеру на меня. Вот мне его снаряд. Это я, кстати, это называется синхронный коп. Не, я визуализировал цинк сегодня. Это синхронный коп называется. Одновременно поднять. И трёхи. Да. Гильзу и... И снаряд 76-й. Еще одна 76 мм. Ну, ясно почему. Мы сегодня, по-моему, слишком много удочек взяли. Две удочки, когда их не успевают рыбы достать. Контент. Не кар, да, и попер. Да. И только успевай. Надо счет там. 5-0. Да. 5-5. А, понятно. Тюлень такой. Это у нас опять 76 миллиметров. Да. Почему-то у Миши там с гильзами идут. Мне кажется, колдовством занимаются. Хотя нет. Что? Только у Михаила. Попку хочешь? Да. Всегда бы так встречали. Подожди. Взял. О, красавец. Я теперь себя понимаю, Ира. Всегда бы так совершенно. Красавец, да? Да. Гильза опять золотая. Вон наш такой капсулек торчит там. Аккуратней ты, аккуратней. Да, то мало ли. Беда. И 42-й год. Статическое напряжение и все. Статическое напряжение. Упал он, нет? Да. О, смотри, опять такая же. Угу. Опять такая же, американская. Ой, немецкая. Прекрасная гильзочка. Уже английская или американская? И вставка, да? Смотри, черная. Стали сделаны, но сохранилась. Неожиданно. Хочется запустить руку и забрать. Блин. Нельзя. Опускайте. Ну, вот видишь, а говоришь, не опускаются руки. О, еще. Здравствуйте, девочки, мальчики. Еще один. Свинец. С замечательными клеймами. Угу, такой же опасный, как и все остальные. Пока только мусор какой-то. Непонятная глубина залегания в этого мусора. Ходишься везде? Состояние, конечно, еще один. Это тут еще одна прикорнула. А мы плохо не на квадраты сидим. Снимаешь, газаешь? Да, нет, подожди.
Да. Разнообразил. Не говори. Такое не часто найдешь. Мне кажется, такую только одну можно найти. Состояние, конечно, шикарное. Красота. Какой-то сексуальный контакт происходит между ребятами. Ладно, давай. Давай, это не стану. Тут лежали, не лежали? Вот здесь вот отдельно два. Они тут с кем-то по два, по три лежат. Петля от ящика. Угу. Сейчас свело. Все. Еще одна 76-я. Красотка. Сколько же их здесь? Газаев, ты хоть бы патину не стирал, когда кидал сюда. Ну, я думал, так лучше будет. Так, на этот раз... Верим. Нет, на этот раз... Кто там? Без номера. 42-й год. Ясно.